Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды. Лига Сёгунов, 3 звезды, я забираю. Так, в магазин открываем с тобой бесплатно колоду. Так, смотрим, что у нас тут. А, ничегошеньки, только 5 долларов. Понял. Дальше мы идем с тобой прокачивать караечку. Продолжать обязательно. А, кстати, да, я накопил, друзья мои, накопил то, что нужно. И теперь поднимаем уровень до 6 разряда. Отлично. Так, и остается прокачать нам с тобой удар копьем. Ну что, давай потихоньку приступим. Хотя ты знаешь, я думаю, что сегодня этого делать не стоит. Во-первых, у нас с тобой выполнены все задания. Так что зачем нам рвать с тобой пятую точку? Мы лучше сделаем другое. У нас 5000 мутагена есть? Есть. И кожеголовый, как говорится, у нас готов перейти на четвертую серебряную звезду. А потом, естественно, перейти в золотой ранг. Так что, друзья мои, вот так это все дело и происходит. Опачки. Поигрывание чешуей. Внушительная фигура кожеголового ввергает его врага в ужас. В начале хода с вероятностью 15% снимает ослабление атаки союзников. Но это в том случае, если это ослабление есть. А если его нету, то и толку тогда от этой пассивки никакого. Ну что же, ребята, тем не менее, это есть. А, я помню вот этот удар, да, когда он берет дрона и рвет его пополам. Так, ну что, давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы перевести его в золотой ранг. А это у нас все есть. Да, друзья мои, переводим его. Блин, я обожаю, когда из серебряного сразу в золотой. Это круто. Ну что, кожеголовый, дождался, да? Молодец. Так, ну а мы с тобой что делаем? В магазине, подожди-ка, магазин, кстати. У нас же с тобой есть монетки. Монеточки. Ну что, продолжаем с тобой прокачивать Лео Космос. Ой, Лео, Донни, конечно же, Донни, ребят. Донателло Космос. Так, жетонов у нас мало. Понятно, значит, отсюда мы уходим. Ну что, сразу в бой. Пойдем-ка мы, наверное, сходим с тобой вначале на испытание. И у нас ярость Рафа, и нам нужен будет... А вот этот Рафаэль. Ну и, естественно, Рафаэль Космос. Как же без него? Только мне вот интересно знать, кого нам дадут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, это что ж творится-то такое? Мало ли что я хочу. У нас не получится с вами пройти это событие, к сожалению. Потому что, ну, ты только что видел, каких мне дали персонажей. А всему виной то, что мы с тобой не прокачиваем слабеньких наших персонажей. Ну, теперь-то мы, конечно, взялись за это дело, но слишком поздно. И вот из-за этого именно мы с тобой пройти и не сможем. Ну, докуда максимум? Так, если у нас здесь пит 41 уровня, ну, до 4 эпизода это максимум. И то под большим вопросом. Паукус, Рокстеди и... Ксевер Монтес вместе с Крипом вряд ли здесь, ребята... потянут. Если бы хотя бы был бы один супер имбовый персонаж, желательно там супер Шреддер или Армагон, тогда да, базара нет. Ну, давай попробуем хотя бы этого Рафаэля прихватить. Да, вот так вот происходит иногда. Ну, а сам подумай, если бы у нас вот эти персонажи были бы прокачаны на соточку, тут один пит чего стоил бы, как именно медик, да? Плюс к Северу Монтес это дебафер. Провокатор здесь Крип, Массовик и Дамагер, это Рокстеди и Паукус. То есть мы бы здесь рвали бы всех налево и направо. И возможно с полточка проходили бы полностью это событие, даже не обращая на них никакого внимания. Но, к сожалению, у нас они всего лишь 50 уровня. Да, грустно, грустно, конечно. Но для этого есть стимул. Хотя, нет, но все-таки это событие хорошо. Тут Рафаэль у нас, да, тут даже Рафаэль Космос, которого не так-то легко найти. И фармится он только вот именно, наверное, в этом эпизоде. Так, ладно, давай посмотрим, здесь мы, ну, здесь пройдем. Здесь 35 уровень противников, так что...
Здесь особых проблем не будет. Я также ставлю на автобой и спокойненько за этим всем делом наблюдаю. Так, следующий эпизод будет, наверное, с уровнем 40-45, скорее всего. И там уже будет наш Пит в зоне риска, потому что у него 41 уровень. Ну, единственное, что его может спасти, это, конечно, собственный отхил. Макман, как всегда, ты видишь, да? Очень крепко стоит. Куда вот он идет? Странно. Обычно они выбирают самого слабого противника, да? И начинают его бомбить. Но тут он почему-то рискнул напасть на моего носорога Рокстеди. Так, вот здесь, ребят, наверное, нам нужно будет самим уже разруливать. Хлебные крошки нам пока не нужны. Пойдем вон таракана бомбанем. С удара. Так, теперь делаем дебаф. Обязательно. Так, шипы. Куда бы шипы, блин? Тут столько этих Рафаэлей. Ага, с постепенным уроном. Теперь бросаем паутину. Ну, тут великолепно все, ребят. Так, ладно, двигаемся с тобой дальше. А есть ли смысл двигаться дальше? Давай-ка проверим. Там, по-моему, нам больше никто и не нужен. До Рафаэля Космоса мы с тобой не дойдем. Так, а вот этот вот у нас прокачан? Рафаэль ролевой или нет? По-моему, не прокачан. Так, Рафаэль, ты где? Тем более ролевой. Опять, да, я его пропустил, друзья. Нет, вот он. Да, он прокачан на 5 звезд. Единственное, что ему не хватает платинового ранга. И Рафаэль классический тоже. Значит, ребята, не судьба. Не буду я тогда продолжать дальше прохождение. Я лучше пойду сейчас и начну заниматься фармом. Ты хочешь спросить, каким фармом? Да элементарным, друзья мои. У нас вот здесь вот есть великолепная четверка анимутантов. Вот их я фармить и буду. Да, если, конечно, они мне дадут такой шанс. Но, как видишь, они специально мне вставляют... О! Кожеголовый, отлично, ребята. Ух ты, доктор Роквелл. Прекрасно. Ай-яй-яй, 50 жетонов. И последняя попытка. 50 жетонов. Блин, Слэш, Пит. Конечно, я по ним, ребята, скучаю. По Слэшу, по Питу, потому что мне хочется их прокачать. Тем более Пит у нас там 41 уровня, насколько я помню, да? Да, вот он. И ДНК нужно для него очень много. И то же самое для Слэша. Вот он, Слэш. У него... Да что ты... У него, короче, там... Ладно, не будем смотреть. По-моему, 3 ДНК всего лишь. И можешь представить, сколько мне нужно, чтобы его прокачать. Ну, а у нас с тобой остается турнирная арена, где я нахожусь. В Лиге Сёгунов, ребята, 2 звезды. Слушай, ну это круто. Лига Сёгунов, 2 звезды. Давай-ка мы с тобой, наверное... Во, 16-21. Это Леандро. Но я думаю, что он хотел написать Леонардо. Так, беру я здесь, наверное, Армагона. 61 уровень противника. Так, 15 всего лишь откатов. Вот как ты думаешь, Армагон здесь может справиться в соло? 61 уровень врага. Давай проверим. Берет валун. Бабах. Да, ребят, ушатывает только шорох. А вот и кожеголовый, кстати. Который сегодня перешел у нас в золотой ранг. Да. Эти вот события, ребята, очень редко у нас появляются в игре, поэтому я, наверное, буду каждый раз, как у нас только будет откаты, тратить туда сыр, чтобы получить как можно больше выхлопа. То есть ДНК на Роквелла, ДНК на Слэша, ДНК на Пита, в общем, на всех этих анимуталити. Или как там они? Анимуталити. Что-то слово какое-то дурацкое. Не муталити, конечно. Анимутанты, вот так вот. То есть мутанты животные. Все, завалили. Ну что ж, пойдем тогда дальше. Надеюсь, сегодня мы с тобой, наверное, дойдем до мастера. В принципе, здесь ничего сложного нету. Мы уже с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды и 97-я позиция. Может быть, даже до Лиги Мастеров 2 звезды. О, Рафаэль. Единственное, что хватило бы мне откатов.
Если откатов хватит, тогда да. Тогда будет все четненько. Если же не хватит, это будет грустненько. Ну что, давай сразу влуплять. Кстати, друзья мои, сегодня немножечко начал прокачиваться в этих черепашки-ниндзя безумные мутанты. Ну и думаю, дай-ка я сейчас попробую. Ну, мне нужно было выполнить задание, сыграть одно приключение. Ну, ты понимаешь, да, это основную сюжетку. Врубил, и мои наваляли им люлей. Я, правда, успел выйти из игры на последнем ударе по слэшу, по боссу, которого мы не могли пройти. Но я не знаю, ребят, засчиталось это или нет. В следующий раз, когда я буду заходить в игру, посмотрим. Если засчиталось, то мы уже с тобой, получается, слэша победили. Если же не засчиталось, я вот представляю, если не засчиталось, мы начнем с тобой играть и не будем выигрывать. Вот это будет смешно. И, кстати, насчет Макмана. Вот ты посмотри внимательно. Там Макман, вот в этой, в безумных мутантах, да? Он стоит с двумя глазами, ребята. А сзади у него в рюкзачке сидит слизень, про которого я вам говорил. А вы мне все втираете про какого-то... про какой-то живой глаз, с которым он, извините меня, бросался. Нет. Не это я имел в виду, а именно про того червя, с которым он там бегает. Так что можешь зайти и посмотреть. Так, ну что, пока вроде бы очень даже неплохо продвигаемся. Давай. Тут пока один Армагон у нас разруливает ситуацию. За счет него, как ты видишь, мы с тобой очень даже неплохо продвигаемся. Так, давай дальше глянем. Ну да, Лига Мастеров будет у нас в кармане буквально через 3-4 поединка. Так, 16-22. Тут, правда, Микеланджело, да и фиг с ним. Здесь, наверное, придется брать нам, скорее всего, подстраховочку. Это не точно, но я на всякий случай все-таки, ребят, перестрахуюсь. Потому что здесь еще Микеланджело. Правда, у него 64 уровень. Я думаю, что Армагон с ним справится. Ну, а Усаги наш, если что, будет на добивке здесь стоять. А, у нас наоборот, Усаги ходит первым. Ну, конечно же, чё я. Тогда Армагоша будет на добивке. Блин, если бы я знал, я бы, конечно, не брал бы сюда Армагона. Потому что, ну, сам видишь, Усаги один справился, в принципе. Хотя Сплинтер мог бы... А кого бы он мог бы? У него контратак, он атакует самого сильного персонажа. То есть тот, кто нанес ему урон. То есть он бы атаковал Усаги. Так, Андрей. Андрей, 67 уровень уже у нас у противников. Окей. Ладно, мы все равно с тобой будем отыгрывать более-менее слабых наших персонажей. Не самый, конечно, хвост. Заодно мы здесь с тобой получим мутагена. Не знаю, как много. Наверное, не очень много, но пару персонажей можно будет прокачать. Хотя бы до 45 уровня. Потому что после 45 уровня нужно, ребята, прокачивать уже ранг персонажа. Так, ну что, переходим? Да, мы уже с тобой в Лиге Мастеров. Ну что, попробуем дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Ну, правда, с двумя откатами, с 9 точнее. Это будет чуточку проблематично. Но я все-таки попробую. Вот брать мне Супер Шреддер или нет? Я, наверное, лучше так вот сделаю, фиг с ним. Пускай они будут здесь вдвоем. Поехали. Сейчас мы сразу определим по инициативе, кто будет ходить здесь. И майки будут от того хлопать. Смотрим. Ну, как ты видишь, тут Рафаэль. Однозначно Рафаэль. Куда ты, господи, бьешь-то, дурачок? Ладно, Армагон, он лопухнулся на шмайке. Ну, а Армагоша, как ты видишь, никогда, ребята, не подводит. Это в редких случаях. Но если сравнить косяки Джастина, да, или того же Тимати, или того же Мутагеноида, как, который раньше нас тоже подводил, Армагон здесь просто, знаешь, не знаю, бог среди этих всех персонажей. Так, ладно, давай двигаться дальше. Так, Кай, Артём. Вот, Артёмку, наверное, мы с тобой и возьмем. Откат. 65 уровень. В принципе, я думаю, что... Да справится у нас тут Армагон один. Чё я буду переживать-то лишний раз?
Давай, поехали. Откатики, ну, скорее всего, да, нам придется купить с тобой 10 штучек за 250 долларов. Ну, поверь, так будет лучше. Так, влупляем. Все. Все элементарно просто, ребят, как никогда. Так, ладно, двигаемся далее. Шестьдесят пятая позиция. Угу. Рими. Кстати, здесь-то уже все, ребята. Здесь уже пошли 71-й, 74-й уровни. Так что, естественно, здесь без поддержки уже нам не обойтись. Так что приходится брать второе подстраховочное лицо. Давай, Супер Шреддер, наяривай. Замечательно. Армагуша, естественно, на добивке. На. Как-то так. Ну что, великолепно. Поехали дальше. 6 откатов. Слушай, да, мы, наверное, с тобой сегодня зайдем в Лигу Мастеров 2 звезды. Мы уже на 48 позиции, прикинь. Что-то... Тут опять, смотри, 69 уровень. Как у них идет, я не понимаю, ребят. Недавно только был 74-й, да? И тут бас сразу 69-й. Странные какие-то ребята. Ладно. Мне плевать, кого они там дают. По большому счету, все равно им тут всем крышка. Единственное, я не понимаю, зачем я взял вот такую вот команду сильную. Ваньку, Шреддера, Карайку. Для чего? Пока не понимаю. Ладно, двигаемся дальше. Так, и мы с тобой перемещаемся на 31 место. Окей. 5 откатов. Так, смотри, опять 71, 73, ага, даже 74 уровень. Это у Эйприл. Ну, здесь, я не знаю, вряд ли, конечно, здесь у меня один Армагон справится. Хотя, почему бы и нет. В принципе, ему несложно было бы, но сейчас проверим. Все-таки, а, тут же Шреддер будет ходить первым, блин. Тогда не получится. Ну-ка. Да, Супер Шреддер, конечно, бомбит тоже не кисло. Но, ребята, опять же, повторю, он хорош только за счет того, когда вешает постепенный урон. Если бы его не было бы, большая часть противников просто оставалась бы в живых, и потом мне такой ответный удар бы приходил, что я не знаю. По щелям бы мои персонажи прятались. Ну что же, давай, 17-23. Мы почти с тобой на пределе. Не, я не буду брать этого противника, потому что там был Микеланджело. А вот это вот возьму. Венди. Маленькая ведьмочка Венди. У нас с тобой последний откат. Блин, что, придется, наверное, покупать, да? Останется всего лишь 50 долларов, но я, по крайней мере, телепорты себе купил. 250 штук, правда, я же потратил сколько-то. Но главное, что они есть. Опа. Давай ракетами. Такой бросаю ракеты, а сам думаю, а прикинь, сейчас он не добьет. И все. И начнется тут карнавальная ночь. Ну давай, переводи меня уже. Да, друзья мои, в Лигу Мастеров 2 звезды мы с тобой врываемся. Давай хотя бы доберемся, попробуем. Так, подожди. Я хочу купить здесь. А, у меня даже... Слушай. Короче, я делаю вот так вот. И смотрю еще рекламу. Так, ну что, друзья мои, 21 откат я получил. Слушай, такими темпами мы, скорее всего, даже с тобой сегодня возьмем вообще топовое место. Ладно, не буду загадывать, но вот что-то мне подсказывает именно, что будет так. Слушай, тогда мы с тобой можем играть наших слабых персонажей, почему бы и нет. Если мы с тобой берем, например, Супер Шреддера, да, Армагошу, то малыши, welcome в нашу команду, почему бы и нет. Никто им ничего не сделает, они будут под офигенной охраной наших топовых персонажей, так что будем отыгрывать. А иначе как мы с тобой будем забегать на топ, скажи мне? О, за счет малышей, конечно же. Так, ну что, мы с тобой забираем награды, понятно все дело, и смотрим. Хотя ты знаешь, нам нужно будет забраться еще в Лигу Мастеров 3 звезды. А еще там надо будет сделать определенное количество боев.
Будет... Ладно, давай посмотрим все-таки. Посмотрим, как это все будет выглядеть. 79 уровень, ничего себе. 79 уровень у Рафаэля. Классического. Также тут Леонардо классика, да? Смотри-ка, все черепашки. Только сейчас заметил. А ну-ка. Ну, слушай, Супер Шреддер хороший. Он начал неплохой запал. И Армагоша, естественно, распетрушивает уже всех остальных. Так что вполне вот эта команда играбельная. Раньше у нас, знаешь, да, кто был? Вместо Супер Шреддера у нас был с тобой Усаги. Он разруливал ситуацию. Но теперь... Понимаешь, дело в том, что... На Супер Шреддере нам нужно всего лишь сделать один удар. И то, что он на себя вешает вот это вот понижение меткости, для меня как бы особой роли не играет. Ну, понизил и понизил. Главное, что с двух ходовочки мы с тобой разбираем вражеский отряд, и все. У Саги, конечно, нет такого дебафа, он на себя ничего не вешает, но... А мне кажется, он все равно будет немножечко послабее, чем у Супер Шреддера удар. Хотя у Саги есть блокировка, да? Блокировка скиллов, как мы знаем. Также у него есть месть и офигенный баф. Но в данный момент мне все-таки нужно немножко другое. Мне нужно прорваться вперед. Некогда тут выпендриваться. Времени у нас с тобой мало. Несмотря на то, что неделя только, ребята, началась новая. Мне хочется как можно быстрее забраться в топовое место и там уже сидеть. Потом мы займемся с тобой другими делами. Это, например, там смятение из другого измерения проходить, фармить, в конце концов, наших персонажей, которые я хочу, ребята, просто по полной программе сегодня, на этой неделе, прокачать. Это именно эти анимутанты. Если у нас получится, то я буду просто рад. А для этого нужно, чтобы арена мне как бы сейчас не мешала. Естественно, они будут меня скидывать там потихоньку. Там на 20-е, на 30-е место. Но это в любой момент можно подкорректировать. Для этого не нужно будет отводить целую серию, да? И париться. И заодно мы сможем спокойненько, например, играть в безумных мутантов в черепашки-ниндзя. Ну там опять тоже, ребят, там тоже очень сложно с этой прокачкой. Не знаю, что мы там даже делать. И, кстати, да, вы правы. Зашел буквально сегодня или когда, вчера еще в игру, действительно, там появился русский язык. Но такой перевод, ребята, я вам скажу, если честно, не стопроцентный, во-первых. И мне не нравится, какой они подобрали шрифт. Такой топорный, скучный. Да, и не все прописаны скиллы. А что они там обозначают? Тоже как бы есть недостаток. Так, ну что у нас? У нас очень мало остается персонажей. Очень мало, друзья мои. Даже не знаю. Наверное, еще боя 4. Это от силы. Это в лучшем случае даже. Так. После черепашек, я не знаю, ребят, если я успею, мне сегодня на работу в ночь. Если я успею, то, возможно, запишу еще и Драконы-всадники Олуха. Но уже выложить вряд ли успею. Это будет все завтра. А что, нормально, я приду, выложу, а сам лягу спать. Отлично, да, будет великолепно. И вы при видосиках, и я, как говорится, отдыхаю. Так, ну что, давай, наверное, с тобой. О, Данил. Давай Данила возьмем. Откаты просто, ребят, на глазах тают. Так, берем с тобой Рокстеди. Лео Донателло. А, все, Лео Донателло. Да, получается, у нас еще один поединок с собой будет, и все. Персонажи у нас на этом закончатся. Так, Шреддер влупляет. Видишь? Постепенный урон не повесил. Поэтому его одного, ну, никак нельзя брать в пати. Обязательно должна быть какая-то подстраховка. Ну что же, двигаемся дальше. Ну, не знаю, дойдем ли мы с тобой до 50-го места, вряд ли. Так, Дэн. Ну, давай возьмем, наверное, Дэна здесь. Раз.
Ну да, получается, Крис Брэдфорд, Рокзар, Железноголовый. То есть еще один буквально поединок будет. Но тогда, скорее всего, да, до 50-го места мы с тобой доберемся. Так, погнали. Влупляет. Вот здесь, видишь, вот здесь вообще великолепно. Здесь он повесил на всех постепенно урон. Но это ж непредсказуемо, ребята. Когда-то может повесить, когда-то может вообще не повесить, когда-то может даже вообще промахнуться. То есть тут определенные свои риски все равно есть, и их нужно оценивать. Так, ну что, какая, 65-я? Оу, 58-я. Ну что ж, великолепно. Просто великолепно. Ты еще не забывай, кстати, что когда мы с тобой находимся в высшей лиге, у нас с тобой и денег идет больше, и откатов вообще всего, и мутагена. Так что тоже есть свои, ребята, плюсы. Ну давай вот возьмем Джулиана, наверное. Раз. Так, так. И последний это будет у нас Супер Шреддер. Погнали. Хотел, конечно, на втором канале еще Джорджа поиграть, но, ребят, уже не успею, к сожалению. И насчет Man Eater, то есть про акулу-людоеда, ребят, я не забросил игру. Просто сейчас элементарно некогда. Особенно на коротком выходном. На длинном еще можно поиграть, но на коротком это вообще нереально. Все. Это был наш на сегодня последний бой именно в Черепашках Ниндзя Легенды. Так, посмотрим сейчас, на какую позицию мы с тобой прилетим. Это почти 40-я. Меня вполне устраивает. Так, по предметам. Тут все понятно. Тут тоже все понятно, ребята. 220 жетонов у нас. Ну и все. А, подожди-ка. У нас с тобой 27 тысяч мутагена. Так, давай прокачивать шинигами. До 45 уровня, да? Это максималка. А, нет. Ты смотри-ка, шинигами-то разошлась. Получила 50 уровень, как ни странно. И весь мутаген я слил. Ладно, ничего страшного. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные таланты.